Агни Бальто в защиту Деда Мороза прочтет Саморец Макар. Мой брат Миньон перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит, обсыпанный снежком, в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, ты это наш сосед. Как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина.